Всем привет! На связи Гейтора. Рад приветствовать вас на своем канале. У меня канал ни о чем, поэтому YouTube отматывает подписчиков и просмотры и удаляет комментарии. Вот. Сегодня я начну цикл лекций о экономике. Экономика – это лженаука, которая дурачит людей, обманывает и приносит огромный вред каждому, кто не понимает, что значит экономика. Итак, цикл лекций. Сегодня у нас первая лекция. Начнем со снов. Вы свою страну называете демократической. Неважно, в какой стране вы проживаете, неважно, в какой стране проживают ваши уехавшие родственники, и вы, и они называют свои страны демократическими. Или еще вы называете себя цивилизованными людьми, вы живете в цивилизованной стране, в цивилизованных странах. Итак, начнем со снов. Итак, демократия – это греческое слово, состоит из двух корней. Демос – это свободные граждане, имеющие рабов. Кратия – это власть. Демократия – дословно рабовладельческий строй. Теперь разберем слово «цивилизация». Это латинское слово. Цивилы – это свободные граждане, имеющие рабов. Слово «цивилизация» означает процесс такой, существительное в процессе действия, то есть рабовладельческий строй, создание дальнейшего рабовладельческого строя. То есть цивилы – это свободные граждане, имеющие рабов. Вы же считаете у себя в голове другое название подходит для того, что у вас там в голове сформировалось. Вы думаете, что в вашей стране власть и управление определяется народом. Для этого в греческом языке есть слово «охлос», означает «народ». Это было бы «охлократия», это власть народа. От этого слова, от «охлоса», образовано слово «охламон» в русском языке. Означает такой, примитивный, недалекий. В латинском языке аналог слова «охлос» – это «попола», «народ». Тогда мы бы должны были жить в пополизации, то есть где власть народа. Отсюда от слова «попола», например, популярная музыка, народная музыка. Итак, первое, что мы разобрали, вне зависимости от того, в какой стране вы проживаете, называете вы ее демократической или цивилизованной, вы живете в рабовладельческом строе, где свободные граждане имеют рабов, вас и меня в том числе. Итак, первое видео закончено. Следите за следующими видео. Будем идти шаг за шагом вместе. Пишите комментарии под этим видео, что вы считаете. Всего доброго, пока.